Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ирина, и я очень рада видеть вас во второй части видео, посвященного моим покупкам, которые я совершила в Подмосковье, точнее в городе Пушкино. И вторая заключительная часть будет о покупках из подружки. Шла я туда целенаправленно за тканевыми масками, поскольку знала, что проходит акция 3 по цене 2, и упустить такую возможность я, конечно, не могла. Разумеется, я могу сделать интернет-заказ в магазине «Подружка», но, опять же, платить за доставку будет необходимо, а это получается не так уж и выгодно. Поэтому, коль уж волею судеб я рядом с магазином «Подружка» оказалась, не могла случаем не воспользоваться, и масштабы покупок, конечно, катастрофические. Но если вы любите тканевые маски так же, как и я думаю, вам будет интересно посмотреть. Итак, давайте начнем. Во-первых, я приобрела маску с виноградом. Упаковочка в форме кувшинчика. Я слышала на канале Ирина Фо Юли просто потрясающие отзывы на эту маску. Она оказывает омолаживающее свойство на кожу. Лифтинг и сияние. В общем, буду пробовать. Видите, сразу целых 3 штучки взяла. Довольна. Теперь, что она у меня наконец-то появилась. Далее. Что я интересного для себя увидела? Еще одна масочка для сияния кожи. Я, позвольте, не буду читать названия брендов, в правильности произношения которых я не уверена. Просто буду говорить, для чего эта масочка предназначена. Итак, это маска для сияния кожи с экстрактом розовой гуавы. Нет у меня еще в арсенале подобной маски. В общем, с большим удовольствием буду тестировать. От Эсфолио масочку приобрела с тыквой. Давайте посмотрим, что нам она обещает. А обещает она нам омолаживание. В состав входит экстракт тыквы с высоким содержанием витаминов А и С. Защищает кожу от ультрафиолетовых излучений и вредного воздействия окружающей среды. Восстанавливает эластичность, упругость, улучшает состояние кожи при акне. Также в составе экстракт оливы и гамомелиса, который обеспечивает питание усталой и проблемной кожи, дарит естественное сияние, сохраняя ее мягкой и гладкой. Ну, конечно, обещание потрясающее. Оставлю эту масочку на случай возникновения каких-то проблем на лице. Следующая маска, которую я приобрела, Juicy Time Orange. Очень мне понравилась упаковка. Данная масочка также предназначена для сияния кожи с экстрактом апельсина, а также экстрактом корня пиона. Интенсивно увлажняет, препятствует появлению шелушений. А также в составе экстракты центеллы азиатской ромашки, которые снимают раздражение и мгновенно успокаивают. Я думаю, что на холодное время года, в морозы, когда возможны вот различные нехорошие проявления на коже лица, эта масочка будет мне в помощь. Дальше. Серию тоже интересных масочек очень для себя увидела. Вот первая из них. Маска для лица очищающая с экстрактом брокколи. Здорово. На обложках фрагменты известных картин изображены. И еще одна у меня масочка из этой серии с Джокондой. Но единственное, мне что не очень понравилось, то, что немножечко поиздевались над великими произведениями искусства. Данная маска укрепляющая. В составе экстракт цветной капусты. Мне в последнее время как-то это на овощные маски пробивает. Прям. Я заметила, что в основном такие приобретаю. И еще одна забавная масочка. Cake Pop. Так, что она нам обещает? Она успокаивающая. При раздражениях облегчение приносит. Дарит увлажнение. Смягчает, успокаивает. Снимает покраснение.
чайное дерево в составе. В общем, тоже на какие-то такие неприятные моменты она будет просто замечательна, я думаю. И необычная упаковочка, согласитесь. Дальше будет целая гора масок от кафе Мими. Увидела я их в обзорах у девочек и все, потеряла покой. Ну, теперь вот все успокоилось. Итак, давайте смотреть. Несколько линеек было. Я купила не все, что было представлено, а только то, что меня заинтересовало. Во-первых, маска с экстрактом перечной мяты охлаждающая. С экстрактом банана успокаивающая. И с экстрактом клюквы тонизирующая. Это одна линейка. Следующая. Антиоксидантная масочка с экстрактом ягод асаи и годжи. Очищает и защищает кожу. Увлажняющая маска с экстрактом ананаса. Также оказывает питательное действие. И масочка «Чистая кожа», угольная маска для лица с экстрактом лаванды. И последняя, третья линеечка. Моделирующая маска для лица с экстрактом японских водорослей. Лифтинг-маска с экстрактом ламинарии и фукуса. И омолаживающая маска с экстрактом, с секретом улитки. В общем, вот, да, такое безумие, но это все, что я приобрела по акции 3 по цене 2. Далее, еще интересная акция проходила в подружке. При покупке двух средств от чистой линии в подарок можно было получить крем-маску для сияния кожи. Она подсвечивает, увлажняет, подходит для всех типов кожи. Ее можно использовать в качестве несмываемой маски для экспресс-сияния. Она создает эффект макияжа без макияжа. А также можно использовать как крем-базу под макияж. Я такую маску дарила дочке своей подруги, она очень довольна. Ну, в общем, теперь и я попробую. Надеюсь, что меня она тоже впечатлит. Так, ну и сейчас я вам покажу, что я приобрела, чтобы ее получить. Взяла я две масочки идеальной кожи, вот с этим же единорожкой. Она охлаждает кожу, заряжает энергию, увлажняет. Оформление немножечко разное, но по своим свойствам маски абсолютно одинаковые. В городе у нас их я так и не нашла. Пока не купила в Подмосковье. Вчера была в Ленте, они там наконец-то появились. Но, в общем-то, я более выгодную покупку совершила, чему очень рада. Вот такие забавные у меня теперь тоже есть единорожки. И еще один продукт из этой линейки я взяла. Это вулканическая пенка для умывания. Снимает макияж, подходит для всех типов кожи. Она угольная. Объемчик здесь 150 мл. И еще два продукта я в подружке приобрела. Они были с хорошей скидкой. Крем-лосьон для тела Биомарин с ароматом зеленого чая и жасмина. Здесь 180 мл. Флакон зафольгирован, но даже сквозь упаковку потрясающий просто аромат жасмина. Вы знаете, он такой легкий, ненавязчивый, потому что все-таки жасмин довольно-таки тяжело пахнет. А здесь, видимо, за счет содержания в составе зеленого чая эта резкость жасмина смягчается. Я, знаете, даже не хочу ставить в запасы это средство, потому что у меня сейчас в использовании находится гель для душа с сиренью. Мне кажется, они будут вместе хорошо сочетаться. Думаю, что, в общем, поставлю в использование сразу после ролика. Ну и последнее, что я приобрела, тоже по скидке, по большой. Кстати, вот помню, по-моему, что-то в районе 90 с чем-то рублей вот этот лосьон. То есть для него очень дешево. И крем
Для рук от Нивеи ванильный десерт с миндальным маслом 75 мл. Потрясающий нежный аромат ванили. Всего 60 рублей стоил этот кремик. Для такого крема это очень дешево. И, конечно же, я не смогла удержаться от покупки. Ну вот и все. Вот так вот я порезвилась в подружке. Очень довольна на самом деле. Стратегический просто запас тканевых масок сделала. Но я их люблю, активно использую. Тем более я сейчас в челлендже участвую, так что запасы поубавятся. Вот. Ну, в общем, довольна как зюзя, как говорится. Ну что, друзья, спасибо вам за просмотр. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.